Дрожжевая подкормка – это один из лучших вариантов удобрений для формирования завязи на томатах. Это экологически чистое удобрение, которое стимулирует рост и выносливость рассады, даже при плохом освещении. Делает рассаду приживаемой, как после пикировки, так и после высадки. С помощью дрожжевой подкормки можно увеличить количество завязей и плодов, поднять иммунитет растения, улучшить вкус самих плодов и увеличить сопротивляемость куста к болезням. Подкормка не содержит никаких токсинов, поэтому не вызовет аллергических реакций. А по стоимости это один из самых экономичных вариантов удобрения томатов. Единственный нюанс – не стоит вносить такую подкормку более 3 раз за сезон. Ее очень просто приготовить в любых условиях. Берем ведро воды и 10 граммов сухого порошка дрожжей. Смешиваем и добавляем 2-3 столовых ложки сахара. Раствор нужно тщательно размешать и оставить на солнце на 2-3 часа для брожения. Перед поливом нужно развести смесь в пропорции 1:5 с чистой водой и смело вносить под каждый куст по 1 литру. А чтобы увеличить полезность удобрения, можно в этот раствор добавить 2-3 грамма аскорбиновой кислоты и настоять в течение суток.